Добро пожаловать на канал Hardreset Info. Передо мной находится устройство Honor 50 Lite. И сейчас я покажу вам, как на данном устройстве перейти в режим Recovery. Для начала нам нужно отключить наш телефон. Выключаем. И после полного отключения нам нужно зажать клавишу питания и кнопку громкости вверх. После того, как появляется надпись Honor, можем отпустить кнопку питания и держать только клавишу громкости вверх. После этого мы можем отпустить все наши клавиши и немножечко подождать. И таким образом мы вошли в режим Recovery, как мы можем видеть. И на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.